Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Светлана Савчук, и мы сегодня в программе «Hungry Generation». Мы бы хотели представить вам интервью с пастором Василием Пархотюком из церкви Good News Church. Также мы нас знают как uh, «Hungry Generation». По просьбе многих людей мы uh, также открылись на телеканале «Импакт», и мы бы хотели задать некоторые очень интересные вопросы сегодня пастору. Здравствуйте, пастор Василий! Здравствуйте, телезрителей. Приятно быть сегодня с вами в эфире и отвечать на вопросы, которые, думаю, будут вам интересны, и Светлана задаст их. Пастор, до того, как мы пойдем э, вперед, можете для телезрителей, может быть, рассказать немножечко пару слов о себе? Меня зовут Василий, как Светлана уроди сказала, и я с Украины, с большой семьи, женат, жена семеро детей – шесть сыновей и одна дочь. В 40 лет после 40 эмигрировал в Америку. И в Америке начал церковь с нуля из своего дома. И с несколькими моими родственниками было 3-4 семьи. И мы начали церковь. Пастор, первый вопрос у нас к вам такой – Многие люди, посещающие нашу церковь и также наш церковный веб-сайт hungrygen.com, видя быстрый рост и развитие церкви, говорят, что это связано со сверхъестественными проявлениями, изгнанием бесов, исцелениями и также ячейчным развитием церкви и молитвенными служениями. Что вы думаете по поводу этого? Так ли это? Это правда то, что наша церковь имеет этот феномен, что у церкви есть сверхъестественное проявление, но спасение людей, я думаю, что оно не так касается именно вот этой части. Пастор, скажите, пожалуйста, пару слов о сверхъестественных проявлениях вашей церкви и насколько они влияют на тех людей, которые приходят ко Христу и на рост церкви. Дорогие телезрители, сверхъестественное проявление – это Божьи обетования. Я хочу сдвинуть малость такой ярлык, что приписывает, что у нас в церкви большие духовные проявления. Это не совсем так. Можно сказать, лучше так, что мы молимся о том, чтобы их было больше. Но факт остается тот, что если вы посетите наш церковный веб-сайт, вы увидите многие, многие видеозаписи о освобождении от демонов, исцелении больных. Мы всего, всего лишь нуждаемся, чтобы этого было больше. Но я хочу сделать оговорочку. Нет большего чуда, как спасение. Воскресение из мертвых – это очень большое чудо. И даже тогда, когда Христос воскресил из мертвых Лазаря, это было большое чудо. Но я хочу вас обескуражить. Лазар потом умер опять. И мы все умрем, и вы умрете. Но люди, которые увидели воскресшего Лазаря, люди, которые были, когда Христос вызвал Лазаря из гроба, они уверовали, что это Мессия, Спаситель мира. Потому насколько много в нашей церкви исцелений и освобождений от демонов, я думаю, что это, Светлана, в большей части зависит от того, что в нашей церкви каются много людей на данном этапе. Мы небольшая еще церковь, люди уходят потом в свои церкви, переезжают но на регулярной основе, особенно среди недели, по средам, нас обычно каются новые люди. А не боятся ли люди в виде, допустим, изгнания бесов? Мешает ли это им отдать жизнь Иисусу Христу? Я думаю, ответить на твой вопрос, телезрители, послушайте. Во многих церквях а, ошиблись и посчитали, что сверхъестественное проявление ⁇ это не модерность. Это не модно сейчас. И хочу вас обескуражить. Вы неправильно мыслите. Самое модное сейчас ⁇ это Святой Дух. Это Его проявление. Мир духовен от интеллигенции, правительства, бизнесменов и политиков. Если вы в церкви боитесь и заменяете духовность церковными программами, вы ошибаетесь. Духовность в моде. Люди, которые приходят неверующие к нам в церковь, и видят, как одержимые люди кричат, и по 3, 4, 5 человек их только не, недавно уверовавших людей держат, чтобы они не разбились. Это ничуть не смущает неверующих людей, особенно молодых. Голливуд представил духовность нашим детям из самого раз, раннего возраста, но только в искаженной форме. Духовность принадлежит не Голливуду, а нашим церквям. Я не хочу сказать, Светлана, что это является ну, корнем покаяния. Корнем покаяния людей – это Слово Божье. Но духовность светских людей не смущает. Они видят доказательства сверхъестественного. Пастор, вот в вашем интервью, которое вы давали в газету недавно, вы писали о кровавом спасении. Можете немножечко рассказать об этом? Что вы имели в виду? Ответ на этот вопрос такой, что грех – это страшное явление, катастрофическое явление, которое случилось изначально на небе. Первый грех был сотворен на небе. И Последствия этого драматичны. Дьявол и увлеченные ангелы навсегда отделены от Бога. Библейский закон Божий гласит следующее. Возмездие за грех смерть. И когда первые люди были соблазнены, соблазнены первым грешником дьяволом, то тот же закон вступил в силу и народ человеческий. Возмездие за грех ⁇ смерть. В Божьем понимании смерть обозначает не погребение, не, не, не существование а отделение от Бога, от мира, от счастья, гармонии, любви, а, а благоденствия. Вот это и есть Божье понимание смерти, как мы называем. И смерть, а смерть за грех, возвратить человека к жизни, закон Божий, возмездия за грех, не позволял. И при мудрости своей Бог нашел выход. Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы от смерти избавить людей смертью. Пророчески это было предсказано давно с Едемского сада, что грех не может быть искуплен иначе. Грех, дорогие телезрители, не, это большая, больш, большая сила, неумолимо влечет за собой в смерть или грешника, или спасителя. И Бог пообещал этого Спасителя, который согласился умереть. И с самого начала Зидемского сада пророчески умирали животные, проливали кровь но они не могли уничтожить грех, только могли покрывать. Потому спасение людей кровавое. Светлана, отвечу следующее, что не только спасение требует смерти, крови, пролития крови. Без пролития крови, Библия говорит, нет прощения. Но и следующее понятие, что те, кто несут это Евангелие, это спасение, смерти Иисуса Христа, проповедуют об этой истине. Через все века дьявол, он не хочет, чтобы люди об этой истине знали. И когда ему не удалось остановить смерть Иисуса Христа, чтобы подарить людям спасение, он атакует проповедников, которые несут это Евангелие. Телезрители, спасение кровавое. Оно кровавое для Спасителя. И по сегодняшний день одни апостолов Средневековья, во многих местах, странах Ближнего Востока, тысячами людей, тысячи людей каждый год за проповедь Евангелия платят дорогую цену. То есть вы имеете в виду, что если человек не платит цены, чтобы спасти кого-то, человек тот человек не будет спасен? Это правда. В, в некоторых местах, странах, в разные времена это дается легче, в других местах это намного тяжело. И как апостол Павел говорит а, до крови. И он говорит, я ношу раны Иисуса Христа на, на теле своем. Потому если где-то и не нужно такой цены сегодня платить кровяной, то музули, под слезы и посвящение, финансы – это необходимое явление, чтобы спасались люди. Друзья, запомните, спасение кровавое – не живите иллюзиями. Вы не сможете спасти грешника. Он пойдет навсегда в ад. Он будет навеки, навеки осужден. За спасение заплачена цена, кровь Иисуса Христа. Но транспортировка этой благой вести принести Его погибающему миру требуется посвящение до высоты. До, до глубины, до крови. Тогда спасаются люди. То есть вы думаете, что многие церкви не переживают рост и развитие внутри церкви, потому что они не платят этой цены? Совершенно правильно. Телезрители, хочу вам сказать, что такого понятия, как сезонного спасения, mm -hmm. что не воля Божья, времена пробуждения прошли, что охладела любовь, что грешники хотят идти в ад, что ну, придумайте любое оправдание, и это все будет неправда. Бог не на выходных, Бог не в отпуске, Бог ничего больше уже не может заплатить. Уже все заплачено это оставлено на сознание, на посвящение верующих людей, если мы правильно понимаем, что мы спасены, а нас сосед идет на веки в ад. Это очень важно. Пастор, вот сейчас нас смотрят люди, и, наверное, нас пастора также смотрят. Не могли бы вы дать несколько практических советов, о росте церкви. Светлана, телезрители, очень важный вопрос. Я думаю, что этот вопрос должен не давать спать, а может даже и кушать многими из вас. Этот вопрос как раз и это делает, и делал, и делает. И я просил бы Бога, делал бы мне в, в будущем. Я очень простой человек. У меня нет высшего образования. Я приехал без английского. Я приехал с моими детьми, которому старшему моему было 14 лет. Я посещал американские церкви, не церкви, а пастырей, которых полторы тысячи членов, три тысячи членов. Я приходил, просился у них на прием. И с таким вопросом я спрашивал Помогите мне, расскажите, как открыть церковь в Америке. С переводчиком я приходил, с моим сыном и племянником. Они меня спрашивали, что у тебя есть, сколько у тебя членов, что... И я говорила, у меня ничего нет. А кошка, мышка, и, и, и вот, вот и все, и дети под сол ходят. То есть вы приходили к пасторам, которые американцы. Я приходил в американские церкви, баптистские, пятидесятницкие, я приходил к мормонам, я приходил к яговистам. У меня в дому был, были те другие, третьи, десятые, и я у них был. Больше всего совет мой – это искать. Вы спросите меня, где я только не был. Я по ниточке из мира и всего мира искал учился и хочу учиться в будущем. Это не может быть, чтобы люди не спасались. Это ложь дьявольская. Бог хочет спасать людей. Наша церковь началась с моей матерью. Ей сейчас 80 лет. Когда я приехал в Америку, меня пригласили принять церковь в Лос-Анджелесе. И они купили мне билет, я туда летал, и мне предложили старую эмигрантскую церковь принять и быть пастором. Когда я вернулся назад к себе в Пасха, в Вашингтон, моя мать, 16 детей, а посадила меня и сказала, сынок, ты мне меня один пастор и всей моей большой семьи. Я пророчествую тебе, я ободряю тебя, я верю, что Бог сделает большую церковь здесь. Я хочу, чтобы ты помог моим детям. И я согласился. Послушайте, моя мать не водит автомобиль, не говорит по-английски, не знает компьютера. Моя мать не умеет проповедовать, но огонь, который в ее сердце, пророчество, ободрение и молитва и поддержка – я это чувствую всегда. И она говорила, мой дух. И я, я летал в Корею, я смотрел служение Янгичо. Вам лучше бы спросить, куда я, куда я не летал, чего я не делал, не экспериментировал, сколько я не делал ошибок. Я летал во многие страны Африки. Я видел в Йонгичо семь потоком, 32, тысячи людей за 15 минут заходят в церковь на полтора часа и выходят. Я, би, я видел Африку, где люди приходят в пятницу вечером и стоят тысячи людей, и я стоял между ними, чтобы записаться в субботу утром, чтобы попасть на воскресенье внутрь церкви. Это большое счастье для людей, и служение длится 10, 12, 14 часов. Я там был. Я потел с ними. И а, у меня большая история по этих вещах. Каждый эту мозаику может слепить по-разному. Но она должна быть слепленная. Выбора нет. Люди должны спасаться. Мы не ответственны за весь мир. Но за мир, который, в который Бог нас поместил, Бог нас и спросит, талант был превращен и дал прибыль, или был закопан. По нашим личным нуждам мы пройдем Рим и Крым и медные трубы. Для Бога мы переступить шаг иногда не согласны. Потому, мой совет, Светлана, зрители, он может быть длинным, но без огня внутри вы никуда не пойдете. Мой огонь вел меня таким путем. Вас огонь может повести другим, баптистским, пятидесятницким или католическим путем. Но если люди рождаются, свыше приобретают спасение, это самая большая награда. Спасибо, пастор. И сейчас мы бы хотели с телезрителями спросить у вас о предстоящей конференции, которая будет происходить здесь, Пасха, с апостолом Джон Чи. Что вы можете сказать, и почему вы приглашаете его из Африки? Братья и сестры, мы хотим вас проинформировать, что Будет большое событие, будет крусейт, приезжает служитель Божий, которого я, моя семья наша церковь, очень хорошо знает, Джон Чи. Мы его приглашаем специально. Наблюдая за служением в Корее, где люди а, семь служений в церкви в один день, служение длится полтора часа. Я бывал на молитвенной горе, на домашних ячейках, встречался с лидерами, изучал глубоко корейское служение, ячеечную работу, которую мы практикуем у нас в церкви. Один недостаток, который эта большая церковь имеет, это очень много людей, и служение не, мог, не может длиться больше, как полтора часа. Проблема только в следующем, что на, на самом деле люди везде одинаковы, имеют нужды, проблемы, болезни, одержимости, зависимости и, и следующих, о чем вы сами знаете. И за этих полтора часа люди не успевают, чтобы за них кто-то помолился, положил руки за освобождение, исцеление и изгнание Беса. Другая проблема в Африке. Туда еду с конца мира, с Кореи, с Африки, с Японии, с Европы, Америки, Канады, откуда только люди не везут больных, слепых, глухих, одержимых. И там служение длятся по 10, 12, 14, 14 часов. Куда неверующие люди не могут попасть? Потому что неверующие люди не могут столько выдержать. С пятницы вечера простоять в живой очереди, записаться в субботу, в воскресенье, чтобы попасть на служение, потому практика Африки, где есть сверхъестественное, перегруженная так, что церкви одни налегке лодарничают, не служат, а другие перегружены. Потому мы приглашаем этого этого пастора который служит в исцелении больных в исцелении неизлечимых болезней это правда мы вас приглашаем вы увидите своими глазами как много людей получат исцеление И вы увидите сколько получат освобождение этим служением мы хотим показать церквям привести его из Африки и показать, что апостольские времена и пророчество Иаиля, которые Бог сказал в последние дни я изолью от Духа Моего на всякую плоть. Эти времена последние, которые мы живем. И это правда, что это есть. Если вы приедете в Пасха, вы своими глазами это увидите как больные исцеляются, и как хромые ходят, и как одержимые освобождаются. Потому мы хотим, чтобы корейское служение, африканское, которое называется апостольским служением, вы иначе это не назовете. Проповедь апостолов Бог подтверждал, что это Его слово. Есть риск проповедей, Бог не подтверждает. Нам лучше обратиться к апостольскому служению, где слово подтверждается делом. И этого люди как раз и ждут. И там как раз и происходит спасение. Пастор, скажите, пожалуйста, нашим телезрителям, когда эта конференция будет и как туда попасть? Телезрители, братья и сестры, вы можете распространять эту информацию не только христианам, верующим людям, неверующих людей особенно. Больные исцелятся, но могут заболеть. Но получившись спасение, его имя записано в книгу жизни. Но и здоровье, и освобождение очень важно. И для кого-то это шоу и чудо, а для кого-то вопрос жизни и смерти. Потому этот крусей будет 29 апреля, 30 апреля, 1 мая. Город Паска, штат Вашингтон. Заходите на церковный веб-сайт hungrygeneration.net. Зарегистрируйтесь. Больные люди, вам лучше всего иметь с а, собой медицинское подтверждение, потому что вся, каждый, кто будет приходить на молитвенную линию, чтобы проповедник за вас молился с возложением рук вы должны пройти собеседование. Наш церковный телефон, веб-сайт вам даст последние данные. Дорогие телезрители, наше интервью подошло к концу. В программе Hungry Generation с вами была Светлана Савчук и с пастором церкви Good News Church Василий Пархатюк. Спасибо и до встречи позже.